Реконструкция трассы «Скандинавия» затянется как минимум на 2 года. По плану ремонт должны были завершить в 2019 году. Всему виной нехватка денег. Как пишет «Балт-Инфо», компания-подрядчик рассчитывает получить 100% финансирование из федерального бюджета только в 2017. В «Росавтодоре» такие темпы называют недостаточными. Всего же на реконструкцию трассы длиной 160 километров будет выделено 32 миллиарда рублей.